И он какая тутя идет. Боже, как здорово. Туалеты мужской, женский, понятное дело, третьего рода нет. Водичку можно за доллар купить, какую ты хочешь, холодненькую. И вот тут я сегодня спала. Пойду сейчас плавать вот-вот по этой вот заливчике, в этом маленьком. Пошли. О, здорово. Боже. Как же здорово. Вон она моя. Нет, а где моя машинка стоит? Тю, я потеряла свою машину. А вон она стоит, моя машинка, да. Она вечером стояла там, потом я ее отогнала сюда. Ой, какое небо. 5 октября 2021 год. Висит мой купальник, сушится со вчерашнего дня. И я стою в таком шикарном стейт-парке. Готовлю тебе завтрак. Кофе, блинчики и тому подобное. Вы спросите, почему я не готовлю там? Потому что я когда-то там приготовила, а потом у меня все руки и ноги были покрыты красными пятнами. Там живут какие-то кусючки, я забыла, как их называют здесь в Америке. Я блинчики делаю. А такие кусючки, такие противные, мелкие такие. Это не комары, нет, это совсем что-то другое. Вот эта блинная мука у меня, мне чтобы не долбаться раньше, как я в горлышко пыталась просунуть вот эту муку. Я сейчас просто взяла пол бутылочки, отрезала. Вот она у меня голова стоит. И на пол бутылочки налила воды. И сейчас сюда насыпаю блинную муку. Сейчас у меня будут блинчики и кофе. Пока я пересижу немножко в машине, пока чуть-чуть солнышко сядет, или может быть тучки прикроют солнце. Я позавтракала так хорошо, блинчики себе сделала. С соленой рыбкой, с красной. И вот сейчас села вот здесь. Буду монтировать видео. Буду плевать семечки. Вот я семки взяла себе. Книжечка у меня тут. Тра-ля-ля-ля-ля. Вот она моя книжка. Почитаю. Короче, у меня сегодня день расслабительный. Так, хорошо. Кондиционер работает. Я как будто нахожусь в маленьком своем гостиничном номере. Прохладненько у меня. У меня есть холодная вода, холодная кока-кола. У меня много еды в холодильнике. Я потом себе приготовлю обед. Мне еще надо второй завтрак приготовить. А потом обед. Ну что еще человеку в жизни нужно? Для полного счастья. Ничего больше, все. Вот там Мексиканский залив. Съем свои ягодки. Боже, какая сказка. This is my home. Черепаха написала. Это мой дом. И манати. Я сейчас тоже расстелюсь вот здесь. Ворона коркой. Пошли, пошли. Это чудо. Бросаем тапочки свои. Построено все только для меня. Абсолютно все только для меня. Вау, какая красота. А водичка. Так и шепчет. А долго мы будем так идти. Совсем меньше справа. Да. Пошли плавать. Ой, как классно. Вообще себя не вижу. Вообще не вижу, или там что-то снимает. Wow, it's a big one. Yeah, and the family's all, look at the tail. Oh, the tail came out. Nice creatures. They eat lettuce. Вот она, манатушечка, пошла. Вот он, ее хвостик. Вау. Какая красавица. Боже, ты ж моя пташечка. А где же еще одни? Она сказала, там еще несколько штук было. Хвостик, вот он хвостик. Все, нашла.
Монотушечка, мононесик мой любименький. С ума сойти. Нет, не поеду. Меня выносит на берег. Он закручивает. Видите, прям закручивает в круг. Вода морская, закручивает. Моя ты девочка. Моя ты лялечка, ёбанушка. Моя ты куколка. Мама, тошечка. Ей тут хорошо, лялечки мои. Конечно. Ты моя лялечка, ты моя солнышко. Такой хвостик. Большая такая мамочка уже. Большая такая, возрастная. Сейчас надо немножко воздушка зацепить носиком. Да, сейчас мы воздушка чуть-чуть носиком зацепим. Я хотела, потом думаю, хочу я какой-то супчик. Думаю, вот эту баночку съесть. Потом, зачем же мне баночка? Я сейчас сама себе что-то придумаю. И что я придумала? Я закипятила воду. Бросила в воду гречку. Сначала хотела себе гречку сварить, сделать салат. Бросила гречку. Потом я почистила. Сейчас, грибы. Потом я достала все, что нужно было на салат. И вместо салата я все это бросаю в супчик. У меня будет вот такой вот овощной супчик. И сюда я еще брошу 2 яйца. И, понятное дело, тут у меня лежит вегета. Тут у меня будет целая помидорина, целая вот это, все вот это. И у меня еще будет 2 яйца. Или 1 яйцо положу. Я попробовала, уже вкус необыкновенный. Что это будет, я не знаю. Но французские шеф-повара обязательно ко мне придут попросить или купить у меня мой рецепт. Скорее всего, продам рецепт, может быть, за $1 миллион. Не меньше! Вот эти штуки никогда не выбрасываю внутренности с семенами. Я их обожаю, они такие вкусные. Вот я немножко порезала, а это я прямо целиком брошу. Я потом ее съем, она когда сварится, это самое вкусное, что есть в борщах, в супах и все это прочее. Меня часто спрашивают, почему семена? Потому что я так видела, делает моя соседка, мне так понравилось. Кстати, она прекрасно готовила. Варись. Вот сейчас французский повар посмотрит мой рецепт и заберет его бесплатно. И как тогда? Никому не говорите. Я его продам, мой рецепт. И кто скажет мне, что видел что-то более красивее, чем вот этот мой суп, я просто перестану с вами разговаривать. Я просто не поверю, понятное дело. И обижусь, конечно, потому что вкуснее, красивее ничего не было. Итак, у меня тут гречка, хрен знает что. Вместо салата все бросила сюда, у меня получился французский суп. Если бы я сказала, что это французский суп по чему-то рецепту, мне бы поверили, сказали бы, да, рецепт. А когда я просто сама это придумала, понятное дело, мне сейчас будут кричать, что я ненормальная, что так никто не варит, и вообще моя бабушка туда добавляет лук. Боже, как вкусно. А моя бабушка туда добавляет вот это. А моя бабушка пережаривает помидоры. А я вообще-то так не делаю. Я всегда пережариваю, я добавляю последними. Я сейчас тысячу вариантов буду набрасывать, кто как варит. Я варю вот так. Вот что есть, все бросила. И все, кстати, очень вкусно. Бульончик просто потрясающий. Я сюда положила кусочек масла. Грамм, наверное, вот 10-15. Чуть-чуть соли, вегету. И все, и у меня сейчас будет. И потом я еще брошу, у меня еще есть сыр пармезан. Я потом еще, когда приготовлю все это, засыплю сыром пармезан и туда побью 1 яйцо. Вау! Вот это я понимаю. Французский супчик. Итак, яйцо ждет и сыр пармезан ждет. Сейчас я жду, пока у меня сварится, доварится гречка. Она еще сыровата чуть-чуть. Ой, у меня прямо получится соус. У меня получится не суп, у меня получается овощной соус.
Вау, как вкусно. Я пробую и не могу дождаться. Скорее, скорее, скорее. Время уже 2:30. Пора уже есть. Ну и так. У меня мое блюдо, так будем говорить. Суп я уже его не назову. Соус я его еще не назову. Ну, что-то такое между тем и между этим подошел практически к концу приготовления этого блюда. И сейчас. Разве дома я стала бы такое готовить? Да никогда в жизни. Тут так все красиво. И так все вкусно. Мне просто захотелось супчик. Сейчас я попробую. Сейчас я попробую, как он на вкус. Ой, какая вкуснятина. Даже смысла нет портить его. Ну, придется, придется. Вот этим вот, ну, как бы уже используем все, что есть. Даже портить сыром не надо. Ну, коль это французский суп, значит, мы сюда сырочка набамбахаем. А как без этого? Что за французский сыр без... Что за французский суп без сыра, без французского, правильно? Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. И сюда я сейчас забиваю одно яйцо. И все. Ах, это чудо! Ах, это чудо! Во, а теперь я все это перемешаю, чтобы белочек и желточек все это закутал, перекутал. Ой, ой, суп-соус получился. А-ля, а-ля-ля, так и назовем. А-ля-ля. Ой, как вкусно, я уже голодная, если честно. Такие запахи у меня в машине стоят, не передать. Так, яйцо, кусочек. Желток не хочет, не хочет. А, расходиться. Ой, как вкусно, сейчас попробуем. А с сыром вообще отвал башки. Просто отвал башки. Все, бон аппетит, пошли есть. Это мне на 3 раза. Жалко будет выливать. А в холодильник поставить будет некуда. Ну, сколько съем сейчас, может, вечером чуть-чуть доем. Все. Мне самого приятного. Выключаем печку. Выключаем вот эту штучку. 61%. У меня тут было 74%. Ой, здорово. Целый день на пляже. Уже пошел закат. И вот утром шел отлив. Океан высасывал воду. А теперь океан. Теперь река высасывает из океана воду. И вот сегодня так тут было. Так все помельчало. Вот этот берег, наверное, 2 метра ушел в воду. Стал более широкий берег. И сейчас опять все это. Вот тут вот камешками было выложено. Уже вообще не видно ничего. Тут камнями было выложено на такой круг. Детвора там играли. И вот это все сейчас уже покрыто водой. Ой, как здорово, боже мой. Какой релакс. Целый день из воды не выхожу. Ничего не хочу, никуда не хочу ехать. Смотрю, какой-то сериал нашла интересный. Одним глазом посматриваю сериал. Раз, пойду поплаваю, поплаваю, потом снова в машинку. Опять. На пляжик. Я хотела полежать сегодня здесь на пляже, но кусают эти маленькие штучки. Не знаю, как люди тут находятся. Кусают очень такие малюпуськи эти. Я поплаваю, поплаваю, вытираюсь и иду в машинку. Посижу в машинке. Полчасика и снова плавать. Ой, как хорошо, господи. Уже ждала этого. Ждала свежей воды из океана. И она более прозрачная, когда из океана идет. Потому что когда океан высасывал воду из реки, она такая была зеленоватая. Сейчас уже, конечно, гораздо лучше. Плыву рукой, раз дотрагиваюсь. А там, оказывается, манати. Манати. Их называют здесь манати. Я трогаю, у меня такое ощущение, что большой камень. Ну, куда я заплыла? Большой камень. А смотрю, там монотушечка. К сожалению, вот там постоянно проезжают всякие суденушки с турами. Они же бьют этих бедных манати, ранят. Парочка с пивком обнимается. Мальчик черненький, девочка беленькая. Ой, как хорошо. Боже, как же хорошо здесь. Что может быть лучше? Как здорово, когда дом на колесах. Сегодня мой дом здесь, и завтра мой дом здесь. Послезавтра не знаю, где будет. Наверное, все-таки я поеду в Форт Лодердейл. Там такие пляжи шикарные.
А там посмотрим. Через 2 дня уже начнутся дожди, очень сильные. Я так люблю дожди здесь, во Флориде. В машинке спрячешься, ой, а дождь шумит. Как хорошо, Господи. А как же хорошо. Что еще нужно от этой жизни? Я много плавала сегодня. Очень много хорошо плавала, еще сейчас поплаваю. Так что у меня был скромный завтрак. Завтрак и обед, ужина не будет. И я хорошо выплавалась. Вот я сегодня просолилась. Ох и просолилась я сегодня. Весь день в воде. С маленькими перерывами. И сейчас вода такая холодная идет. У меня сверху слой горячей воды. А снизу, то есть вот эта часть горячая, а снизу прям под задницей холодно. Ой, сейчас пойду посмотрю. Проведу рыбаков, как они там рыбку ловят. Ой, как хорошо, боже мой. И 8:30 баньки. Вот это у меня сегодня был день. Весь день в океане. О! Я, наверное, 8 часов просидела в воде. Завтра будет 30, чуть-чуть прохладнее. А послезавтра начнутся уже дожди. Ой! Боже, какая